так думаю, что коли уж ты нам союзник, то делись колбасой и с православным воинством. А он мне: «Нихферштейн, Нихферштейн, дескать, была колбаса, да вся вышла». Но я натурально ему по морде, причем так ввалил добро. Ну, типа, чтоб понимали, куда что. Ну, мы ж люди все православные, христиане. Верой должны и делиться, должны, как Библия завещала. Стой! Стой! Пошли, моя хорошая. Широкий Рейн отделял русскую армию от пределов Франции. Прошел год с тех пор, как наполеоновские полчища были изгнаны из России. Вновь стояла зима. Пелена снега скрывала противоположный берег реки, куда предстояло переправиться солдатам русской армии. Тысячи верст отделяли их от родины, а война вела их все дальше. Ваше благородие, а? Чего тебе, Самойлов? А до Парижу-то тут далеко? До Парижу? Ага. А хрен его знает, Самойлов. Пойдем. Матвей! А! Что, Трофим? На! Голодающий! Фу, спасибо! После поражения под Лейпцигом французский император Наполеон увел остатки своей армии во Францию. Вот уже два месяца стояли на Рейне русские войска Александра I и их союзники из Пруссии и Австрии. Командование объединенных сил никак не могло решиться двинуться вперед, чтобы поставить точку в этой бесконечной череде войн, которые уже 15 лет не давали покоя народам Европы. Из воспоминаний участника похода Михайловского-Данилевского. Русский император не хотел даже долго останавливаться на Рейне, а идти прямо в Париж зимою. Но союзники наши как будто оробели при виде границ Франции, вероятно, от неудачных покушений их в прежние войны. Разрешите? Виноват, ваше высокопревосходительство, тут... Союзники гостиниц передали. Ну так тарелки давай. Понял. Сделаем. По донесению каптенармуса австрийского. Русский солдат в форме его величества казачьего полка отобрал у означенного каптенармуса полпуда колбасы. Самойлов? Никак нет. Виноват. Презент. И бутыль рому. Рому? И нанес телесное оскорбление. Какого рому? Мне про ром ничего не известно. Это не тот. Бокалы давай. Вот. Благодарю, ваше высокопревосходительство. Вот сейчас бы Бонапарта вот взять и додавить бы. А то ведь уже который день без сухарей да без мяса. Пока до Парижа дойдем, так и с голоду помрем. Ага. Самойловым не помрем. Австрийцы да пруссаки свои фурштаты освободили. Думают, что все сделано. Неохота им за Рейн-то идти.
Этих жизнь ничему не научит. Почитай, вернись мы сейчас домой. Сызнова под Бонапарта не пройдет, и годы лягут. А ныне себя уже победителями почитают. А что же наш царь-батюшка-то, а? Не нашего это ума дело. Ты свое думай. Виноват. Разрешите идти? Ступай. Самойлова поблагодари. Да про Ром спроси хорошенько. Через неделю... Виноват. Идем за Рейн. Я так думаю. Союзные войска их были утомлены, однако не это задерживало продвижение австрийцев и пруссаков. Рейн виделся им тем рубежом, с достижением которого их война должна была кончиться. Австрия не желала отречения Наполеона и стремилась лишь ослабить его могущество. Король Пруссии не хотел рисковать своей армией после изгнания французов из Германии. Только прусский генерал Блюхер говорил о Наполеоне: «Der Kerl muss runter» – «Молодчик должен пасть». Но храбрый генерал влияния на политику не имел. Англия также достигла своих целей. Ее экономическое и политическое влияние было восстановлено, и тратить деньги дальше Британия не хотела. Английский представитель лорд Каслри настоятельно предлагал императору Александру заключить мир с Наполеоном. Александр, единственный из всех монархов, стремился к низложению Наполеона. Сожженная Москва требовала отмщения, но русский император понимал и другое. Мир с Наполеоном сегодня – это новая война с ним завтра. Наполеон в очередной раз собирал новую армию. Он лишился содействий подвластных ему государств, в казне не было средств, истощенная войнами Франция желала мира во что бы то ни стало. Народ с неохотой и даже сопротивлением давал новобранцев на пополнение армии. Александр I прекрасно понимал, что именно сейчас нужно нанести последний удар. Он настаивал, уговаривал, требовал, пуская в ход все свои дипломатические таланты, чтобы заставить союзников двинуться во Францию. Наконец, 1 января 1814 года, ровно через год после перехода через Неман, русские войска переправились через Рейн в районе Базеля, вступив на территорию Франции. Александр стоял у моста и, глядя на свои войска, вспоминал прошедший год, начавшийся для него в Литве и закончившийся на французской границе. Александр и его армия шли туда, куда звали не ими начатая война и долг перед собственной страной и народом. Муки возьми, да расписку оставь и гляди там у меня. Все сделаем, ваше благородие, вы же меня знаете. Ну как ты кобылу запрягаешь, а? Ну? Здравия желаем, станичники. А что, овса горсть не сыщется? А ты узду надень, да под седло, а то от овса брюхо вздует. Да не мне. Куда моим копытом под седло? Это для Васьки нашего. Вон она. Нам сухарей да мясо вчерась выдали. Так он же нашего кавардаку есть не станет. Хорош, гренадер, хорош. Откуда же у вас такая кавалерия? С самих родных кор с нами. Примкнул бедолага и шагает. Ну, вроде как собачонка. И как это вы его до сих пор не съели? Ваше благородие! Да как же это? Да и куда его есть, козла-то? Жилы одни по военному времени. Пущай государю послужит. А ну не болтать мне! Самойлов, выдай им охапку сена да овса. Овса? Козлу? Нету. Поговори мне, рому тоже не было. Эх ты, братец! Да ведь это же само немецкий козел. Союзник ничем не хуже австрияка. Это, брат, политика. О! Ибо союз – это нерушимая рать на главу супостата. И против него восстает всякая тварь. Разумная и бессловесная.
дабы изловить врага рода человеческого. Изловить? Непременно изловить. Бонапартия. А как же? На то мы и состоим, на царской службе. Ну, изловить это по-нашему. Особенно Бонапартия. Ладно, принесу твоему Ваське овса. Жди. Ну что, Васька? Русской армии, гвардии, козел. Ждет своей порции овса. Подними и ты Бонапарта на рога. Давай. И морковку тебе. Сир, неприятельские армии 1 января перешли через Рейн, и нашествие развивается по Эльзасу и Франш-Конте. Веллингтон на юге из Испании перешел через Пиренеи и вторгся в Южную Францию. Война, и только война, должна была решить все. Я выезжаю к армии. Но, сир, подготовка новобранцев не закончена. Набор продолжается. Ней-ней. Мы еще побьем их. Вспомните себя под Красным и на Березине, под Люцином и Дрезденом. У них нет единства. Мы разобьем их по частям. Тринадцатого января император выехал из Парижа, оставив там жену и сына. Он уже никогда не увидит свою семью. Утром следующего дня он прибыл в Шалон, где народ все еще кричал «Виват императору!», пока Наполеона спасали разногласия в стане союзников. Австрия, не заинтересованная в дальнейших сражениях, через Шварценберга сдерживала продвижение Соединенной армии. Но прусский фельдмаршал Блюхер, как и Александр I, стремился на Париж, и основные сражения развернулись между Наполеоном и Силезской армией Блюхера. Шварценберг и его главная армия ограничивались вспомогательной ролью. Все русские части были распределены между этими соединениями, подчиняясь иностранным главнокомандующим. Против более чем 200 тысяч войск союзников Наполеон имел около 70 тысяч солдат, которые старались по мере сил задержать противника. Казалось, эта борьба изначально была обречена на поражение, но время показало, что положение французов вовсе не безнадежно. Союзные части были вынуждены останавливаться на зимние квартиры, защищать дороги и блокировать множество французских крепостей. Это распыляло силы, и когда дело доходило до сражения, оказывалось, что из всей огромной массы войск французам противостоят лишь отдельные корпуса. Маршалы, зная соотношение сил, не очень верили в победу. Наполеон же был бодр и оживлен, стараясь вдохнуть эту бодрость и в солдат, и в маршалов. Император решил атаковать Силезскую армию Блюхера, хотя и слабейшую, но более опасную. 29 января произошло сражение под Бриеном. 40 тысяч солдат союзных войск против 30 тысяч Наполеона. Противники потеряли по 3 тысячи человек. Блюхер отступил и соединился с войсками Шварценберга. 10 февраля под Шампобером 30-тысячная армия Наполеона атаковала русский корпус генерал-лейтенанта Алсуфьева, который имел всего 3700 человек. Первые атаки французов были отбиты, но силы были слишком неравны. Русский корпус расстрелял все боезапасы и был окружен, потеряв убитыми и пленными около 2000 человек. Часть солдат смогла вырваться из окружения, но раненый Алсуфьев попал в плен. Алсуфьев Захар Дмитриевич, генерал-лейтенант. Участник всех военных кампаний против наполеоновской Франции. Герой Бородинской битвы и всех крупных сражений против Наполеона. Неоднократно ранен.
Под Шампабером пытался вырваться из окружения, но получил штыковое ранение и попал в плен. Освобожден через несколько недель после взятия Парижа русскими войсками. После первых успехов Наполеон был в прекрасном расположении духа. Перед маршалами опять был генерал Бонапарт, молодой герой Италии и Египта, который поддерживал дух командования, вселял бодрость в солдат и успокаивал министров. На другой день он повернул к Монмиралю, где стояли русские и пруссаки. Битва закончилась блестящей победой Наполеона. Союзники потеряли 8 тысяч человек. Наполеон – меньше 1 000. У Шато-Тьерри, где стояло около 18 тысяч пруссаков и около 10 тысяч русских, французская армия уничтожила около 3 000 человек, потеряв всего 600. «Я нашел свои сапоги итальянской компании», — говорил Наполеон, вспоминая свои молниеносные победы 1796 года. Невероятно, но с 10 по 14 февраля в течение 5 дней он провел 4 победоносных сражения, одержав 4 блестящих победы. Армии Блюхера грозило полное уничтожение, и он был вынужден соединиться с главной армией Шварценберга. Первый поход на Париж провалился. Вот так-то, Самойлов. Ваше благородие! Самойлову отдай. Это что? Как что? Вино. А рому нету? Так ведь разбилось же! Карпов, ты что ли? Здравия желаю, ваше высокопревосходительство! Что с тобой, ранен? Да так, ерунда, сабли зацепило. А Самойлу что? Пуля в плечо на вылет. Да, оклемается. Вот лошадь жаль только убила. Так рому ему дай. Да не было рому. Ваш высок, бутылка разбилась. Ну, коль врет, оклемается. Михайлов, прикажи казакам выдать водки, догоняй. Ну что, даст бог, свидимся? Даст бог. После ряда тяжелых поражений и все меньше веря в успех, главная армия союзников вновь медленно двинулась к Парижу. Наполеон собирался атаковать на марше ее отдельные корпуса, но наученные горьким опытом союзники собрали все силы в кулак. Победить в сражении противника, настолько превосходящего его по силам, Наполеон не мог. И он выбрал иной путь – прорваться к своим северо-восточным крепостям, чьи гарнизоны должны были пополнить его войска. За Париж император не страшился. Он знал, что Шварценберг не решится идти на столицу, имея Наполеона у себя в тылу. Император просто уводил за собой от Парижа вражескую армию. Он двинулся на северо-восток, вдоль долины реки Об, через городок Арси-Сюроп. 20 марта французы столкнулись с войсками Шварценберга и после сражения перешли за реку Об. Пока план Наполеона удавался, Шварценберг повернул свои войска за ним. Здесь сведения от генерала Чернышова и вести из Берлина и Вены. Государь, не сражайтесь с ним. Наполеону только этого и нужно. Он уводит вас от Парижа на север. Наш совет – идти на Париж. Немедленно. На Париж, я говорил им на Париж. Полагаю, еще не поздно. На юге герцог Веллингтон движется к Тулузе. Он не прочь присвоить себе звание покорителя Парижа. И еще. Наполеон вновь пытается договориться с Австрией. Император австрийский предпочитает видеть в Париже Наполеона, а не Александра. Шварценберг на Париж не пойдет. Ну что ж, посмотрим. Сейчас от его решения, русского императора, зависел исход этой нескончаемой войны. Войны, которая тянулась с тех пор, когда на русском престоле еще сидела его бабка, императрица Екатерина Великая. Двенадцатого марта Александр I объявил о бесповоротном решении – идти на столицу Франции. Шварценберг преследовал отступающего Наполеона, который все дальше уводил союзников от Парижа. Русский император догнал Шварценберга и короля Пруссии и изложил им свой план.
Александр спросил прусского короля Фридриха Вильгельма, помогут ли пруссаки ему в этом намерении. Когда король согласился, Александр обратился к Шварценбергу. Шварценбергу не оставалось ничего, как согласиться. Он тут же послал приказ идти на Париж. Чтобы ввести Наполеона в заблуждение, вслед французским войскам направили кавалерийский отряд генерала Винценгероде. Генералу приказали высылать вперед команды, будто бы для заготовления квартир союзным монархам, чтобы ввести Наполеона в заблуждение и уверить его в том, что союзники идут по пятам императора. Тем временем союзная армия готовилась нанести решающий удар. 15 марта армии Блюхера и Шварценберга повернули на Париж. При селении Фер-Шампенуаз союзная кавалерия встретила корпуса маршалов Мармона и Мартье и большой отряд национальной гвардии, которые спешили на соединение с Наполеоном. После сражения французы отступили к Парижу. Лишь через две недели, 27 марта, Наполеон узнал о том, что враг двинулся на столицу. Император находился в городке Сен-Дизье, в 180 километрах от Парижа. Вот никогда бы не поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это сделать. Император бросился на спасение Парижа. Опережая армию, он через два дня прибыл во дворец Фонтенбло. От столицы его отделяло 50 километров. К 5 апреля Наполеон рассчитывал иметь в своем распоряжении 70 тысяч человек и с ними двинуться на защиту города. Но было слишком поздно. Союзные армии уже подошли вплотную к передовой линии обороны Парижа. Около 100 тысяч солдат, из них 63 тысячи русских, готовились к штурму. По разным данным, у французов в Париже было до 26 тысяч регулярных войск и от 6 до 12 тысяч ополченцев Национальной гвардии. Нехватка войск частично компенсировалась высоким боевым духом защитников города и их надеждой на скорое прибытие Наполеона с армией. Сам Наполеон вовсю вел переговоры о мире с австрийским императором. Шварценберг получал из Вены письма, которые предписывали ему уклоняться от активных боевых действий. Но 30 марта, в тот самый день, когда Наполеон прибыл в Фонтенбло, русские и прусские корпуса пошли на штурм столицы Франции. Прохоров! Выдвинуть два орудия против вон той башни! Стой! Это еще кто? Брат, гляди-ка, в белых перчатках, словно жених. Не то, что мои оборванцы. Откуда таким щеголем-то? Виноват, ваше высокое! Прапорщик Саблин, выпущен из кадетского корпуса. Только вчера прибыл в армию, к своей батарее. Тотчас приступил к делу. Вот что, прапорщик, видишь вон ту башню? Там твои юные товарищи по искусству на нас свои умения пробуют. Заставь-ка их замолчать. Докажи, что Саблин свое дело лучше знает. Слушаюсь! Батарея! К заряду! Юнец, ваше превосходительство. Фейерверкер! Пли! Ваше высоко... Вижу. Ай да Саблин, ай да молодец. Гляди, не испачкался совсем. Прохоров, теперь прусаки. Ну что, орлы немецкие, гвардия, вперед! Ермолов с гвардией захватил господствующие над Парижем высоты и установил там батареи. Прусские гвардейцы понесли большие потери. И Ермолов шутил, что он прусаков вывел в расход. Шутка эта показалась не очень смешной прусскому королю, и Ермолов, вопреки ожиданиям, так и не получил прусский орден Черного Орла, который ему сулили. Но зато действия генерала оценил русский царь,
вручив ему орден Святого Георгия второй степени. За всю историю этого ордена вторая его степень вручалась всего 125 раз. Ермолову Александр поручил написание манифеста о взятии неприятельской столицы. Судьба Парижа, казалось, была предрешена. К 5 часам дня командующие обороной Парижа маршалы Мармон и Мартье отправили к русскому императору парламентеров. Именно Мартье был губернатором Москвы во время ее оккупации Наполеоном. Именно он отдал приказ о взрыве части Кремлевской стены. Теперь ему предстояло уберечь от разрушения свою столицу. Маршалы все еще надеялись на подход Наполеона с армией и всеми силами стремились оттянуть начало окончательного штурма. В ход были пущены все средства, чтобы отложить сдачу города. Один из французских парламентеров передал Шварценбергу письмо от Наполеона. В нем Бонапарт извещал фельдмаршала о том, что уже договорился о мире с австрийским императором и призывал австрийские войска прекратить боевые действия. Они надеются на своего императора и мир с австрийцами. Сейчас или никогда. Сдача города со всем гарнизоном. Это мое последнее слово. Когда французам сообщили условия сдачи, те заявили, что такая капитуляция невозможна, что солдаты не сложат оружие и будут сражаться за каждую улицу и каждый дом. В это время вдалеке стала слышна артиллерийская канонада. Русские войска графа Ланжерона штурмовали Монмартр. «Довольно слов, господа. Я прикажу остановить сражение, если Париж будет сдан. Иначе к вечеру не узнают место, где была столица». Ну что, Самойлов, вот ты и в Париже. Парламентеры возвратились в Париж. С ними отправился полковник Михаил Орлов, чтобы оговорить окончательные условия капитуляции. Подлинно прекрасная победа. Раздавить 30 тысяч храбрых французов с соединенными силами целой Европы. Послушайте, не сердитесь на нас слишком за нашу вежливость. Мы хотели бы во что бы то ни стало отдарить вас за посещение, которым вы удостоили нас точно в том же сопровождении. Жителей Парижа охватил ужас. Зная о судьбе Москвы, они опасались, что их столицу ждет та же участь. Но любопытство пересиливало страх. Парижанам настолько не терпелось увидеть своих врагов, что они толпами стремились на Монмартр, чтобы взглянуть на русских. В это время в Париж прибыл дивизионный генерал Жерарден с приказом от Наполеона взорвать огромный Гринельский пороховой склад в Париже. От этого взрыва едва не половина города с его памятниками могла попросту взлететь на воздух. Командующий пороховыми запасами Парижа полковник Лескур, услышав этот приказ, не поверил своим ушам. Он потребовал письменного приказа, заверенного императором. Не получив ответа, Лескур решил приказ не выполнять. Впоследствии за спасение Парижа Александр I наградил Лескура алмазными знаками ордена Святой Анны. В 2 часа ночи капитуляция была подписана. Французским войскам разрешалось беспрепятственно покинуть город до 7 часов утра с оружием и артиллерией, оставив в неприкосновенности все военные арсеналы. Поздравляю вас! Ваше имя связано с великим событием. Орлов Михаил Федорович, внебрачный сын одного из знаменитых братьев Орловых, фаворитов Екатерины II. Участник многих военных кампаний, сражался под Смоленском и при Бородине, а затем в партизанском отряде Дорохова. За подписание капитуляции Парижа получил звание генерал-майора.
один из основателей преддекабристской организации «Орден русских рыцарей». После восстания декабристов был арестован, но вскоре выпущен по ходатайству старшего брата, генерала от кавалерии Алексея Орлова. Сражение за Париж стало в кампании 1814 года одним из самых кровопролитных для союзников. За день боев они потеряли более 8 тысяч солдат, из них более 6 тысяч русских. Тем не менее, войскам был отдан строжайший царский приказ – обходиться с жителями как можно дружелюбнее и побеждать их более великодушием, нежели мщением, отнюдь не подражая примеру французов в России. Всю ночь армия готовилась к торжественному вступлению в столицу Франции. Многие из этих солдат, офицеров и генералов воевали с французами еще во времена Суворова. Здесь были те, кто помнил поражение под Аустерлицем, те, кто защищал Смоленск и стоял насмерть. От самых стен сгоревшей Москвы они гнали врага через всю Европу и, подарив свободу ее народам, заканчивали свой великий поход в поверженном Париже. В истрепанной одежде и стоптанных сапогах они мало годились для парада. Войска Раевского в мундирах, снятых с убитых неприятелей, более походили на французов. В частях Евгения Вюртембергского, которые первыми ворвались в Париж, едва нашлось 1000 человек, прилично одетых и обутых. Но солдаты чистили оружие, мелом натирали ремни и зашивали кители, порванные французскими штыками. 1200 километров от Немана до Москвы, более 3000 километров от Москвы до Парижа, пешком, сквозь огонь сражений, атакуя и отступая, по пыли, грязи и снегу. Они сменили не одну пару сапог и теперь ваксили и чинили свою разбитую в прах обувку. Еще трудно было поверить, что это та самая победа, о которой они мечтали столько лет. Русские солдаты готовились к параду, главному параду войны и всей их жизни. Очень торопившиеся к Парижу австрийцы неожиданно полезли вперед, настаивая, чтобы именно они первыми вошли в столицу Франции. Но их, что называется, попросили посторониться. Порядок вступления был определен следующий. Первой шла прусская гвардейская кавалерия, затем русская легкая гвардейская кавалерийская дивизия, австрийская гренадерская бригада, затем русские войска. 31 марта с барабанным боем, музыкой и распущенными знаменами через ворота Сен-Мартен гвардия входила в Париж. Во главе огромной свиты, свыше 1000 генералов и офицеров разных армий, в город въехали российский император Александр I и другие монархи. Столица от мала до велика была на улице. Событие небывалое. Последний раз вражеские войска вступали в Париж в 15 веке, когда англичане во время Столетней войны овладели городом. Теперь
теперь же бывших врагов встречали словно своего императора. Тысячи парижан восхищались блестящим видом российской гвардии и красавцев-офицеров. Нельзя было сказать, что еще вчера они были в огне и пороховом дыму. Француженки выглядывали из окон, посылали из толпы воздушные поцелуи, подбегали к офицерам и просили уступить им на минутку лошадь, чтобы увидеть русского императора, спрашивая, каков он. Они, видать, воображали увидеть в русских варваров, питающихся человеческим мясом, а в казаках бородатых циклопов. Ну что, Алексей Петрович, теперь скажут в Петербурге? Ведь право, когда-то величая Наполеона, они меня считали за простачка. Не знаю, государь, но слова, которые я удостоился услышать от вашего величества, впервые были сказаны монархом своему подданному. О чем думал русский император в ту минуту? Наверняка вспоминал и свое поражение под Аустерлицем, и смятение во время нашествия 12-го года. Тогда он дал слово, что не заговорит о мире, пока последний вражеский солдат не покинет его страну. Он сдержал обещание. Теперь во вражеской столице, сохраненной его усилиями от пожаров, разрушений и грабежа, царя встречала ликующая толпа вчерашних недругов. Такого ли восторженного приема ждал в покоренной Москве Наполеон? Но Москва встретила его огнем. Русский царь и его армия отомстили за свою древнюю столицу милосердием и великодушием. В течение 4 часов Александр принимал парад союзных войск, после чего пешком отправился в дом бывшего министра иностранных дел Франции Талейрана на совещание с тем, чтобы наметить переход к новой власти. Русский император решил довести дело до конца и заставить Наполеона отречься от престола. Наполеон оставался в Фонтенбло под Парижем. 4 апреля он подписал отречение в пользу сына, но все еще верил, что сумеет отбить и Париж, и трон. Однако часть французской армии уже перешла на сторону союзников, что дало Александру повод ужесточить условия. 6 апреля к Наполеону пришли его генералы и маршалы. Бывшие соратники, которые теперь были готовы отречься от него. Бертье. Бертье. Макдональд. Макдональд. Калинкур. Ней. Сир, они требуют полного отречения. Ней, мы должны идти на Париж. Сейчас мы их разобьем. Трудно будет заставить солдат сражаться на развалинах Парижа. Сир, они требуют отречения. Я
если только я препятствие миру моего народа, то я готов отречься. А может быть, пойдем на них? Мы их разобьем. Апреля Наполеон подписал акт отречения от престола Франции за себя и своих наследников. В тот же день французский сенат провозгласил королем Людовика XVIII, брата казненного во времена революции короля Франции. Согласно решению союзных монархов, Наполеон получал во владение остров Эльба в Средиземном море. Из всей армии он мог взять с собой на остров батальон гвардии. К 11 апреля его оставили все. Из многочисленного окружения с императором остались лишь генерал Калинкур, врач и несколько слуг. Остальные бросились в Париж начинать новую карьеру при новом дворе. Во дворце Фонтенбло собирались к отъезду. Сир! 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 Во секур! Сир! 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 Сюда, на помощь! Этот яд приготовил ему доктор Юван в тот день, когда в России под Малоярославцем император едва не попал в плен к русским казакам. Яд не подействовал. По-видимому, он разложился под воздействием времени. Двадцатого апреля сборы были закончены. Наполеон пожелал проститься с гвардией. Солдаты взяли на караул, и знаменосец генерал Пети преклонил знамя старой гвардии к его ногам. Эти солдаты прошли с ним все войны и все сражения эпохи. Горы Италии, поля Австрии и снега России. Они были готовы, не раздумывая, отдать за него свою жизнь. И не раз доказывали это на деле. А он, заботясь о них, как о своей семье, не раз бросал их в огонь, зная, что они вновь принесут ему победу. Теперь эти усатые великаны плакали, как дети. По подсчетам историков, число только французских граждан, погибших в наполеоновских походах и сражениях, составляет 471 тысячу убитых и 530 тысяч пропавших без вести. Сюда не вошли тяжело раненые, умершие не на поле боя, а позже в военных госпиталях. К этой цифре следует добавить иностранцев, погибших, сражаясь в рядах наполеоновских армий. По разным оценкам, их насчитывается от 2 до 4 миллионов человек. 16 апреля Наполеон вступил на борт английского фрегата «Неустрашимый» и направился на остров Эльба.
Грандиозная героическая эпопея всемирной истории закончилась. Он простился со своей гвардией. Вот так вот, Самойлов, англичане пишут про твоего императора. Простился. Ишь ты. Ваше благородие, а этот остров Эльба далече находится? Да не то чтобы. Ну, вон как от Москвы до Самары. Так это ж рукой подать. Рукой-то оно рукой. Да вот только личность тебе это больше не понадобится. Можешь в реку ее бросить. Нам-то с тобой его выручать с острова как-то не с руки. Хе! Найдутся выручатели. Вот вы, государь, воля ваша. Ну вот не тем опричникам вы доверили супостата. Но англичане, ну выпустят они его на волю. Ну выпустят, али сбежит. Еще побегаем за ним. Еще побегаем за ним. Самойлов, дурья твоя башка. Ну, Васька, не съели козла-то, а? Здравия желаю, ваше благородие. Здорово, дьяк. О, а я как погляжу, да вы с козлом уже русской армии унтер-офицеры, а? Пожалован за заслуги перед государством. В кровавой баталии за взятие городу Парижу. А вот ты, дьяк, как думаешь, сбежит Бонапарт от англичан, али как, а? Само собой. Конечно, ваше благородие, что несомненно сбежит. Ему дьяволу сам нечистый ворожит. На то и поставлено воинство крестьянское, чтобы народ православный от этой напасти боронить. И как сказано... Вот и я говорю, ей-богу, удерет. Удерет. А если не удерет, так скучно без него будет. Ничего, новый завсегда сыщется. Такого сыщи. Весной 1811 года Наполеон в беседе с баварским генералом Вреде заявил, что через 3 года будет господином мира. 3 мая 1814 года, ровно через 3 года после знаменательной беседы, несостоявшийся господин мира направлялся, как говорили, в почетную ссылку. В его распоряжение был отдан остров в 300 квадратных километров с 3 небольшими городами, населенные 3000 жителей. Наполеону разрешили взять с собой 3 генералов и батальон гвардии. Он был объявлен императором острова, и ему даже разрешили держать личную охрану. Тем не менее, остров постоянно контролировался британскими военно-морскими патрулями. В Европе аристократия праздновала победу, а монархи и дипломаты готовились к подписанию нового мира, к новому разделу Европы, к прибытию нового короля Франции. В английском языке даже появился палиндром, фраза, которая читается одинаково в обе стороны. «Мог я все, прежде чем увидел Эльбу». Самый известный пленник в истории приближался к острову Эльба. Император без империи, полководец без армии. Но не пройдет и года, и мир вновь содрогнется, вспомнив имя Наполеона Бонапарта.